В Видновской стоматологической поликлинике мы можем получить любую помощь, начиная с простого осмотра и установки пломб до сложных хирургических вмешательств. Елена Сидорова, хирург-стоматолог с 30-летним стажем. Каждый пациент в ее практике особенный. При рентгенологическом исследовании обнаружены так называемые сверхкомплектные зубы. То есть у мальчика полный комплект зубов, но кроме этого, у него еще является такая патология, как сверхкомплектные, еще два зуба. Сегодня народ предпочитает частные клиники государственным, что в случае с нашей стоматологической поликлиникой совершенно не оправдано. С 2011 года у нас новый руководитель, главный врач Геннадий Семенович Курятников. И за последние 3 года наша поликлиника, в общем-то, наверное, я так считаю, что одна из лучших по Московской области. Сделаны ремонт оборудования. По необходимости пациента направляют на консультацию в Московскую областную стоматологическую поликлинику. После проведенных оперативных вмешательств помощь могут оказать как амбулаторно-медицинскую, так же экстренную и планово-стационарную. Потом пациента наблюдают до выздоровления. У нас есть радиовизиограф, ортопантомограф, то есть любой рентген мы делаем и смотрим как дополнительный метод лечения. Когда видишь счастливое лицо пациента, благодарное лицо пациента от этой боли, я считаю, что это самое главное. В поликлинике работают представители различных стоматологических специальностей, и вместе они – дружная команда. Необходимыми являются всегда это терапевт, хирург, ортопед и имплантолог, а также, собственно говоря, главный врач, который непосредственно всем этим руководит. А каждой специальности у нас много людей, соответственно, команда большая. У нас электронная регистратура, мы вот ведем электронную запись. Даже по телефону нам звонят, мы записываем. Лечусь в этой поликлинике, клинике тоже очень давно. Здесь отзывчивые, внимательные специалисты. Все, удаляют зубы отлично, лечат замечательно. И у меня впечатления только самые наилучшие. Имея современное оборудование, позволяющее проводить точную диагностику, коллектив опытных специалистов готов помочь каждому пришедшему сюда, будь желание пациента голливудская улыбка или обычная пломба. Диана Гаврилова, Евгений Петров, Владимир Бижонов, Видное ТВ.